Под звуки музыки и бурные овации брещан в городе над Бугом была торжественно открыта новая танцевальная студия. Теперь в областном центре специальную профильную подготовку мальчишки и девчонки будут проходить по методикам ансамбля, имя которого известно далеко за пределами Беларуси. По методикам хореографов заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Ровесник». Достаточно сказать, что вместе со своим руководителем Татьяной Павловной Семченко этот коллектив, наверное, уже объехал сегодня полмира. Ну, Европу, наверное, всю, Китай, другие азиатские страны. И все концерты его проходили с неизменным успехом. Брестская танцевальная студия во Дворце культуры профсоюзов начала свою работу в конце 2015 года. Благодаря нынешнему подарку от Республиканской Федерации, специальному залу, созданному с учетом всех профильных стандартов, режим подготовки войдет в новую колею. Для меня большая честь стоять у истоков создания большой семьи брестского филиала ансамбля танца «Ровесник». Перед нами стоят большие цели, задачи, горизонты. Это все, конечно, не без труда, но мы верим, надеемся, а так оно и будет, что все будет замечательно, хорошо, вперед. Кстати, открытие филиала в Бресте совпало с очень знаменательной датой для участников большого коллектива. На сцене областного центра столичные ровесниковцы отметили день рождения. За годы существования, 58 лет, «Ровесник» объединил более 8 тысяч мальчиков и девочек. Сегодня в этой дружной танцевальной семье практически 500 юных дарований Беларуси. У каждого свой ровесник, потому что те, кто танцевал 50 лет назад, это был свой ровесник. Сегодня у детей, которые сегодня танцуют, даже в средней группе это свой ровесник, у старших это свой ровесник. Поэтому у каждого ребенка это свой коллектив. Каждый пришел взять что-то для себя или его привели родители. А мы ведь учим чему? Самое главное, мы учим получать удовольствие от результата своего труда. Практически 9 десятков ребят в день рождения коллектива вышли на брестскую сцену. И главное, чем ровесниковцы смогли поделиться с брещанами за несколько часов концерта, это особая внутренняя энергия и эмоции, тот положительный заряд, который они посылают своему зрителю.